форме Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Михаила Ивановича Глинки. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, лауреат премии митрополита Петербургского и Ладожского, член правления Союза концертных деятелей Лариса Николаевна Яуцкая. Thank you.
слова Владимира Сапожникова, «Ангел-хранитель», аранжировка Сергея Викторовича Якимова, солисты Емилия Антипина, Станислава Сорокина.
Трудовая. Обработка Алексея Лорина. Слова Виктора Кина. Огонек добра из мюзикла «Брысь».